Здорово, друзья мои! Вы понимаете, в чем дело? Есть всего лишь два дня в году, когда китайцы напрочь сходят с ума. Сегодня как раз второй день из этих двух. Конец китайского Нового года. Праздник фонарей. Вон, смотрите, фонари летят. Площади города, друзья мои, сейчас шабаш. Вакханалия, я бы так ее назвал, но вы сейчас сами себя увидите. Сейчас нас чувачок примчит на площадь города. Друзья мои, смотрите, сколько тачек приехало, даже не пробиться к площади. Там стоят менты, пробка, в нашем мини-городке пробка. Это что-то из ряда вон выходящее. Все хотят посмотреть на эти фонарики, все хотят идти на площадь в этот последний день Нового года. Менты перекрыли дорогу. Нельзя туда ехать, на площадь. Только пешком. Ну пойдем пешком. Вон, видите, менты перекрыли дорогу. Представление, походу, было, я все пропустил. Ничего страшного, ничего страшного, зато я каточку затащил. Я китайский Новый год. Ой, чуть не урезал. С праздником вас, дорогие друзья. Нифига тут как... Они как елки с гирляндами. Весь движняк сегодня у нас на площади города, друзья мои. Посмотрим, что тут есть. О, смотрите, что продают. Карамель на палке. Вообще, это, наверное, самое мое любимое китайское блюдо. А вот здесь фотографируют, а? Человек-свинья. Человек-обезьяна. В прошлом году было, наверное, минус 45, поэтому я тут не был, мне было вообще лень из дома выходить. А сегодня приперся. Полетел. Этот чувак пишет какое-то пожелание. Сейчас фонарик запустит, оно сбудется. Да,
Друзья мои, фонарик этот стоит, наверное, 0.5 юаня. Здесь его за 10 продают. Ну, в честь праздника, я думаю, ребята, которые торгуют этой фигней, сегодня состояние сделают. Нифига четко полетел. Сейчас пацаны запулят. Друзья мои, только ради вас приперся сюда, на главную площадь города, в мороз минус 35 градусов. Я специально надел ушанку, валенки и лыжи, чтобы не замерзнуть, но они мне не помогают все равно. Я здесь уже нахожусь около 3 часов, и руки мои скоро отвалятся, так что, друзья мои... Hey.